Всем привет, меня зовут Артем. Мы с другом опубликовали трекер ключевых слов для Амазона в виде расширения для Google Chrome, и это небольшая видеоинструкция к нему. Несколько слов об AMZ Keyword Tracker. Расширение полностью бесплатное и работает без лимитов. Можно отслеживать позиции любого количества товаров по неограниченному количеству слов. Также нет никаких ограничений на количество обновлений данных. Вы можете получать свежие данные столько раз в день, сколько вам нужно. Вот так выглядит наш трекер. Давайте добавим первый товар. Чтобы добавить товар, нам потребуется его ASIN, поэтому я подготовил случайный Garlic Press. Скопируем его ASIN. Для добавления товара нажимаем плюс справа вверху. Вставляем скопированный ASIN и вводим название нашего товара. AMZ Keyword Tracker работает со всеми маркетплейсами Амазона, поэтому здесь можно выбрать страну. Выбираем Америку и нажимаем «Добавить». Далее нам потребуется добавить ключевые слова для нашего товара. Нажимаем «Плюс» справа напротив товара. В это поле мы вводим ключевые слова, каждая с новой строки. Можно скопировать все сразу из файла, так мы и поступим. Копируем ключевые слова и вставляем в это поле. Нажимаем «Добавить». Прежде чем мы перейдем непосредственно к отслеживанию, есть еще один момент. Это настройка глубины поиска. В настройках AMZ Keyword Tracker можно самостоятельно установить, сколько страниц будет проходить программа при поиске вашего товара. Открываем настройки. Сейчас в данный момент тут установлено 25, но мы можем изменить на любое количество страниц. Установим 30 для примера. Нажимаем ОК. Теперь можно переходить непосредственно к отслеживанию. Нажимаем кнопку обновления данных. В этот момент программа на вашем компьютере открывает сайт Амазона и ищет ваш товар по добавленным ключевым словам. За один раз можно обновлять данные как у всех товаров по этой кнопке, так у конкретного товара по кнопке, которая относится непосредственно к товару, так и по конкретному ключевому слову. Для этого нужно нажать кнопку, относящуюся непосредственно к ключевому слову. После обновления мы увидим свежую позицию товара по данному запросу и можем открыть график для отслеживания динамики. Есть кнопка графика, либо же можно просто нажать по ключевому слову и точно так же откроется график. Вот, собственно, и все. Расширение можно установить по ссылке на официальный Google Chrome магазин в описании к видео. Мы активно работаем над улучшением трекера и будем рады любым идеям. Поэтому присылайте нам их, пожалуйста. Всем спасибо, пока!